вас интересует японская бессолевая диета, я понимаю, что вы хорошо просмотрели интернет и из быстрых диет выбрали самую безопасную. Ну, по скорости снижения веса с ней активно соперничают кремлевская диета, диета Аткинса, Дюкана, то есть белковые диеты классические, но вот бессолевая диета, она как раз выигрывает благодаря тому, что ограничивается соль, но имеет свои особенности. Ну, поэтому смотрите видео дальше, но вообще по большому счету, прежде чем сесть на такую быструю диету, я бы советовал вам все-таки обратиться к врачу, пройти обследование и подобрать, возможно, наиболее подходящую вам диету. Потому что, когда вы последний раз контролировали кровь, узнавали состояние печени, почек, других внутренних органов, собственно, крови. Вы понимаете, что чем быстрее вы снижаете вес, тем больше нагрузка на ваш организм и на основные органы системы жизнеобеспечения. Потому что избыточный вес, да, это не просто косметическая проблема, да, есть какие-то килограммы, десятки килограмм лишнего веса. Естественно, чем дольше они находятся у вас, это не самое лучшее накопление, которое как минимум вы все-таки должны ходить. Значит, вы нагружаете суставы, развивается артроз коленных, тазобедренных, голеностопных суставов, остеохондроз позвоночника. То есть, и это все ограничивает вашу подвижность и фактически останется у вас, если вы это не будете лечить в комплексе. Безусловно, избыточный вес – это увеличение длины сосудистого русла. И это обострение вегетососудистой дистонии и переход в гипертоническую болезнь. Безусловно, длина сосудов – это не только повышение давления, но и сердце частично может решать ситуацию частотой, то есть вы дали небольшую нагрузку, посмотрите на изменение пульса, пульс возрастает резко, и это, кстати, тоже ограничивает снижение веса в тренажерном зале, потому что, ну, скажем, переходная такая зона по сердцу, это пульс от 100 до 130 ударов в минуту. В это время сердце работает уже с напряжением и все-таки с износом. И кардиологи не советуют переходить эту безопасную границу, относительно безопасную, потому что там развивается активно дистрофия миокарда. Хотя если вы сделаете кардиограмму, я уверен, что там какие-то дистрофические изменения в мышце сердца уже присутствуют. Поэтому нужно просто понимать эту ситуацию. Тем более, что избыточный вес автоматически напрягает работу печени, там развивается жировой гепатоз, а в крови стоит холестерин, в крови повышается уровень сахара, и это тоже ограничивает резкое снижение веса. Это все нужно понимать и контролировать, прежде чем сесть на диету. Потому что что такое японская бессолевая диета, чем она характерна? Там употребляется в достаточных количествах, даже некоторых чрезмерных, белки. То есть, чем она близка к кремлевской, Аткинса, Дюкану. Вот. Там ограничиваются углеводы, опять-таки, роднится этими диетами. Там практически полностью исключаются жиры. И великолепно развивается жировой гепатоз. И там ограничивается соль. Вернее, исключается полностью. То есть соль вы из рациона убрали, она осталась только просто в тех продуктах питания, которые вы употребляете. Вот это и плюс, и минус. Потому что как только вы ограничили соль, а жировая ткань это 50 на 50, это жир и вода. То есть там половина воды. При ограничении употребления соли резко уменьшается объем в крови, и буквально несколько дней, как вы попадаете в состояние депрессии, в состояние апатии. Потому что обмен веществ, ваш мозг не понимает, почему он попал на диету. Он реагирует на ту кровь, которую получает. А получает он совершенно иную кровь, не ту, к которой он привык. Потому что то, к чему он привык, это ваш рацион питания до того. Ваша любимая диета, которую вы неправильно просто складывали. Поэтому тут нужно просто понимать вот эту всю ситуацию. И контролировать. Потому что как только вы убрали соль, соль теперь не держит объем крови, вязкость крови увеличилась и нагрузка на сердце, потому что сердце нужно качать густую сметану. Плюс дистрофия фактически внутренних органов развивается, потому что кровь густая не попадает внутренним органам. Ну и депрессия, естественно, тоже вариант реакции вашего организма на густую кровь. Как организм решает это дело, естественно, уменьшается объем жировой ткани и вода переходит в кровь. Какое-то время вы таким образом
воду теряете, почка работает, вес снижается активно, потому что мало того, что соль ограничена, соли практически нет, еще эта диета ограничивает воду, и эта вода активно выходит из вашего организма. И где бессолевая диета логична, это, безусловно, явление сердечной недостаточности, когда есть периферические отеки. Да, эти отеки постепенно уходят. Но опасность бессолевой диеты в том, что как только свободная жидкость, которая может через кровь вывести белковые токсины через почки, как только эта жидкость заканчивается, вязкость крови еще в большей степени увеличивается. И вот здесь человек рискует тромбозами, эмболиями, и, к сожалению, индикатора нет. Нет индикатора того, что вы уже должны уходить с этой диеты, вы должны прекращать ее. Вот тут нет контроля. Потому что периферические отеки есть далеко не у всех. А жировая масса, да, есть, раз вы садитесь на такую диету, значит, она у вас присутствует. И вот здесь возникает ситуация, когда организм уже не может выводить из жировой ткани воду через почки, когда он перестанет это активно делать, никто не знает. Как только этот процесс остановился или приостановился, резкое увеличение вязкости крови, склонность к тромбозам, к эмболиям. И здесь, вы знаете, диета прекращается уже не по медицинским показаниям, а по жизненным показаниям, потому что тромбоз сосудов, он заканчивается чаще всего неблагоприятным. Поэтому это громадный минус японской или бессолевой диеты – отсутствие соли. Вы знаете, для того, чтобы так резво снижать вес, нужно, на мой взгляд, немножко более гуманно относиться к своему здоровью и понимать, что только при наличии отеков, только при наличии медицинских показаний можно подсесть на такую диету, но лучше, если вы это сделаете не самостоятельно, а обратившись к доктору, к своему семейному доктору, к своему участковому терапевту, зададите ему этот вопрос. А как? А что? А как сделать правильно? А как обследоваться для того, чтобы безопасно это сделать? А могу ли я вообще применить к своему организму такую достаточно серьезную диету, такое достаточно серьезное испытание? Вот когда вы на эти все вопросы ответите положительно, да, тогда японская бессолевая диета ваша, используйте. Если у вас возникают какие-то сомнения, пока вы их не развеете, пока вы не поставите все точки над «и», я не советую вам садиться на такую диету. Вы знаете, у меня на канале описано много разных диет. Вы можете подписаться, не вопрос, если вы еще не подписчик моего канала, и просмотреть их в любое удобное для вас время. Знаете, я опубликовал уже не один десяток книг, не одну сотню статей, не одну сотню видео. И вы знаете, не советую я вам вот так вот просто по названию японская. Раз Япония классная страна, наверное, диета хорошая. Бессолевая его класс. Что такое соль? Убрал соль и все. Вы знаете, риск очень большой, не только для здоровья, но и для жизни. Поэтому, вы знаете, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Поэтому, если вы хотите сесть на такую диету, ну, проверьте свой организм на такую возможность. Сможет ли он выдержать эту диету? Сможет он на этой диете реально сбросить вес? И не только сбросить, но и удержать. Уже как только вы перейдете на обычное питание с достаточным количеством соли, вода вернется в ваш организм. У вас несколько дней не будут работать, в принципе, почки, выделяя мочу, потому что организм будет ее просто впитывать. Всю воду будет впитывать, и моча образовываться не будет. А вес будет великолепно набираться. Вопрос в уровне здоровья, в котором человек входит в диету, с каким выходит. Чаще всего, если кавалерийский налет на склады жировой ткани, выходит значительно меньшим уровнем здоровья, чем вошли. И зачем вам это надо? Вы же хотите диету применить для того, чтобы улучшить свое здоровье. Не только внешний вид изменить, но и здоровье улучшить. Потому что, я понимаю, избыточный вес – это атеросклероз, это сахарный диабет, это артрозы, это остеохондроз, это гипертоническая болезнь. То есть куча нюансов, которые объединяются в одном таком синдромокомплексе под названием метаболический синдром. Или смертельный квартет его называют. Я понимаю, что куда ведет вас избыточный вес. Но я понимаю, что резкие изменения в рационе, они тоже приводят к тому, что, мягко выражаясь, не успевает человек оттуда выпрыгнуть, выскочить из этой ситуации. И зачем вам это надо? Знаете,
принципе, из тех продуктов питания, которые вы любите, можно тоже составить диету. Она будет называться «любимая диета», и которой вы сможете находиться не несколько недель, а месяцы, годы, всю жизнь, употребляя любимые для вас продукты питания, ограничивая, конечно, опасный набором веса. И все. И вы будете в состоянии здоровья. Поэтому, если вам это нужно, если вы хотите снизить вес безопасно и с плюсом по здоровью, не вопрос, контакты не видите, обращайтесь. Кто не успел подписаться на канал, подписывайтесь. Несколько сотен видео, не вопрос, в свободном доступе. Но если вы считаете, что кто-то из ваших друзей тоже может опрометчиво броситься и сесть на японскую диету, ну, бросьте ему ссылочку на это видео. Пусть посмотрит, пусть составит свое мнение. Может быть, он считает, что у него здоровья достаточно много. Вы знаете, мнение о том, что человек здоров, и реальное здоровье, это чаще, как говорят в Одессе, две большие разницы. Поэтому это видео я закончу, как большинство своих статей и часть видео. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.